Всем привет! Кому красивый современный дом в Сочи, 150 квадратов, на большом участке ровном земли 6 соток, за очень небольшую стоимость. 16 999 цена студии или там однокомнатной квартиры сейчас в Сочи. Поэтому, смотрите, дом 150 квадратов с ремонтом под ключ, в 20 минутах от центра, 10 минутах от пляжа. Местность это называется Шалмяновка, Батумское шоссе, это между Мамайкой и Дагомысом, в районе Сергея Поля. Ну, в общем, удобное расположение, немножко в стороне от города, но в то же время его можно считать загородным, но в то же время недалеко от всей этой цивилизации. Но зато у вас и большой участок, рядом зеленые массивы. Хороший подъезд к дому сделан, специально бетонный к этому дому. Все документы готовы, ипотеку можно его сделать. Коммуникации подключены, в том числе газ. В общем, идеальный домик для проживания в городе Сочи. Немножко в стороне от суеты, шума, пыли. Вот такой красивый ремонт. Действительно симпатично все. Огромная вот такая терраса перед кухней-гостиной с панорамным фасадом. Оттуда можно любоваться горами. Все уже подключено. Текстиль, занавески, шторы, все симпатично повешены, все убрано. Газ подключен, электричество, вода, все в общем функционирует. Освещение. Осталось только сделать себе двор. Ну, по вашему желанию, кто-то хочет бассейн, кто-то хочет побольше деревьев, фруктовых, сад, грядки, кто-то хочет просто мангальную зону для отдыха. И вот такая вот цена, 16 999. Не буду вам показывать шахматки с этих самых квартир на сегодняшний момент, вы сами прекрасно все знаете. Дом с ремонтом под ключ в Сочи, другого такого предложения вы не найдете. Каркасное строительство, да. В нем есть свои преимущества, свои недостатки. Есть преимущество, что вам будет в нем жить комфортно, зимой теплее, летом прохладнее, меньше коммунальные платежи, более экологичное строительство, хорошие природные материалы. Ну и лучше, кстати, переносит землетрясения, чем блочные дома. Они более легкая конструкция, они меньше, конечно, на оползневых холмах их строить более выгодно, потому что меньше шансов сползти вместе со всем этим массивом. Ну и в то же время они менее прочны на предмет там ураганных ветров и наводнений, например. Но в такой местности холмистой особо ветров разгуляться и негде. Таких сильных шквалистых ветров тут у вас и, наверное, и скорее всего и не будет, потому что кругом город и ветру там негде разогнаться. В общем, предложение интересно. За такую цену готовый дом с подключенными коммуникациями, с ремонтом под ключ, больше в Сочи вы, наверное, не найдете. В общем, кому интересно, звоните, пишите. Все подробности расскажем. Поможем забронировать и купить. Всем пока!